Многие эксперты полагают, расследовать серьезные преступления украинские власти не только не хотят, но и не могут. Профессионалов увольняют из правоохранительных органов по политическим мотивам. Сегодня по одним данным задержали, по другим вызвали на допрос бывшего министра юстиции Елену Лукаш. Спецслужбы преследуют оппозиционных политиков, журналистов, представителей гражданского общества. Аресты и иллюстрации заменяют официальному Киеву реальные реформы. Кризис поразил все сферы украинской жизни. В больницах нет лекарств, экономика разрушается, столица задыхается от произвола чиновников не только в переносном, но и в прямом смысле слова. Репортаж Ольги Князевой. Третий месяц Киев в плотном кольце горящих торфяников. Спасатели не могут взять под контроль десятки очагов. Их общая площадь около сотни гектаров. Задымление по утрам такое, что Киев, как грустно шутят местные жители, легко даст фору туманному Альбиону. Першение в горле и запах неприятный, вот гарь. Торфяники тлеют с августа. Уже потеряно 20 тысяч гектаров леса. Это рекорд за всю историю независимой Украины. Лесничество в этом году остались без государственного контроля. Лесником уничтожена система информирования государственных контролей. Органов. Это выгодно бизнесу, это выгодно Яценюку, который за один год своего премьерства умножил себе один золотой миллиард, так? И, в общем-то, крупным олигархам, потому что в данном случае они могут делать все, что угодно, они могут добывать природные ресурсы в таком угодно объеме. В 2015-м не выделили деньги даже на систему раннего обнаружения огня в Чернобыльском регионе. Да и тушить пожары сегодня нечем и не в чем, жалуются спасатели госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Нам дали фактически форму сварщиков, которая не защищает ни от температуры, ни от воды. Она не работает. Деформацию бачим? Деформацию видишь? Вот дыра, такие дела. Такую форму для тушения пожаров выдало государство. В этом году госслужба по чрезвычайным ситуациям просто недофинансируется в катастрофических размерах. Они знают часто, что есть пожары, но у них просто нет средств для того, чтобы выехать на эти пожары и потушить их. Очистные сооружения, хранилища ядерных отходов, плотина Киевской гидроэлектростанции. В любой момент на этих объектах может произойти катастрофа. Но проще отремонтировать фасад, чем укрепить фундамент. Так эксперты характеризуют работу Кабмина. Еще один пример – Министерство здравоохранения Украины, для реформирования которого в страну пригласили иностранца – Александра Квиташвили. Уважаемый Сандро, у нас с вами есть 3 месяца. Эти слова премьер Украины произнес летом, а в сентябре представители Всемирной организации здравоохранения забили тревогу. Часть вакцин, которые раньше закупали в России, теперь под запретом. Остальные просто не купили вовремя. В Закарпатье 2 детей скончались от полиомиелита. Министра! К зданию Кабмина из разных областей Украины приезжают люди с диагнозами гемофилия. В местных больницах нет нужных им препаратов. Александр Квиташвили к митингующим не вышел. И эксперты объяснили, почему. Международная федерация гемофилии, Европейский консорциум и Украинская федерация гемофилии готовы провести переговоры и поставить лекарства за 30 дней, если Минздрав перечислит производителю деньги. Проблема исключительно в Минздраве, потому что был уже объявлен тендер, который был отменен из-за коррупции, объявлен новый и так далее до бесконечности. Арсений Яценюк уже заявил, в ближайшее время Квиташвили покинет пост министра здравоохранения. Но коррупция в министерстве меньше не станет, уверены политологи. Увольнения, масштабные люстрации и аресты они называют показной подменой реформ. В рамках люстрации в этом году из разных органов были уволены 400 профессионалов. По одной только причине – работали в период президентства Януковича. У нашего правительства и правящей коалиции нет концепции, какую Украину мы хотим построить. У них есть, что мы ненавидим, но при этом нету того, что мы хотим построить в стране. Ради чего все это было? Вот люди, которые выходили на Майдан, они видели для себя какую-то новую Украину, новую страну, в которой будет им жить хорошо. Вот. Но опять же, что такое это жить хорошо? Правительство так до сих пор и не объяснило. Страшно заболеть, оказаться в зоне бедствия, быть уволенным без веских оснований. Так живут украинцы спустя почти 2 года с начала так называемой революции достоинства. Когда в стране уже и в прямом, и в переносном смысле не продохнуть, остается только бежать. Сегодня Украина занимает 5-е место в мире по числу иммигрантов. 500 000 человек только за первое полугодие 2015-го уехали, например, в соседнюю Польшу. Ольга Князева, Максим Семин, Первый канал, Киев.